вільний народе найпрекраснішої країни, у якої є майбутнє. Це точно. Це те, що мотивує нас боротися зараз на полі бою і цілодобово на дипломатичному, інформаційному та економічному фронтах. Це те, що дозволяє нам планувати життя після війни. Наше українське, вільне, суверенне і демократичне майбутнє. Обов'язково мирне, обов'язково з розвитком. Война, подло развязанная Россией против суверенной Украины, еще не окончена. Однако, кто в ней победит, уже предельно ясно. Причем всему цивилизованному миру. По ряду объективных факторов, это несомненно будет Украина. Вместе с ее героическими военными, спасателями, волонтерами, медиками, полицией, всем народом и руководством страны. Пожалуй, впервые в истории всех военных конфликтов международное сообщество выражает такое беспрецедентное единство в том, кто является пострадавшей стороной в войне, кому необходимо помогать и кого, в конце концов, здесь на самом деле стоит считать воинами света, сражающимися за мир в мире. Простите за невольный каламбур. Об Украине говорят все. Ее поддерживают не только политики, но и бизнесмены, звезды, а также простые граждане разных профессий со всего мира. Ukraine. Helping Mr. Zelensky. We help the Ukrainian people. The situation in Ukraine is... Слава Украине! Слава Украине! Glory to Ukraine! Free Ukraine! Fuck Putin! Не только Украина, но и весь мир содрогается от ужаса из-за подлости, циничности и жестокости российской армии и ее руководства, которое трусливо отдает из бункера приказы стирать с лица земли украинские города, убивать и издеваться над мирными, безоружными украинцами, пока простые россияне просто молчат, а то и зомбированные пропагандой гордятся людоедской политикой своего царька. Но кроме страданий украинского народа в повестке дня, также и будущее Украины после ее победы. Да-да, именно Украины, которую нещадно бомбят и пытаются уничтожить. Но не тут-то было. При этом будущее России, у которой Европа пока все еще покупает газ и нефть, и на которую никто не нападал, никого не интересует. Может, потому что его нет? Нет, серьезно. Все же и так ясно. Бедность, которая теперь будет разве что перерастать в нищету или распространяться на большее число россиян. А у руля, если не выживший из ума диктатор, то его копия. И ОМОН с дубинками. В общем, все как любят приговаривать в России. Главное, чтобы Майдана не было. И самое важное, бремя общего позора, а еще клеймо расистов. Этот неологизм уже активно используют в быту, и, возможно, он даже перекочует в политический дискурс. Вот такое вот историческое наследство путинской России. Но не будем выбиваться из общей мировой повестки. Поговорим о будущем. Украинском будущем. Каким оно будет? А еще, как долго и сколько денег простым россиянам придется выложить из своего кармана, расплачиваясь перед Украиной за военное вторжение? Или вы что, думали, Кабаева из Швейцарии донаты слать будет? 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором рассматривался план послевоенного восстановления и развития страны. К его разработке присоединились международные аудиторские компании, украинские аналитические центры, парламентские комитеты и министерства. Также участники встречи обсудили ход европейской интеграции и получение Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. О плане по восстановлению и развитию страны общественности пока известно немного. Тем не менее, о нем уже говорят как о новом плане Маршалла. Я поставив сьогодні завдання, щоб на першому етапі були забезпечені тимчасовим житлом усі наші переселенці. Ті, чий дім зруйнований війною. Тимчасовим, поки не відновлюємо їхнє житло. Або поки люди не отримують компенсацію квадратними метрами чи грошима. На другому етапі відновлюємо те, що окупанти намагалися знищити. Всі міста, всі громади, які постраждали. А на третьому етапі забезпечуємо житлом
усіх тих, хто захищав чи захищає зараз нашу державу, хто працював чи працює в інтересах суспільства. Ми вже залучаємо провідних архітекторів, увесь потенціал нашої держави та міжнародну підтримку. Додамо участь компаній, держав-партнерів, міжнародних донорів. Сейчас, когда мирная Украина терпит столько горя, когда люди все еще продолжают страдать, умирать, терять свои дома, когда уничтожают островки культурного наследия украинцев и целые города, кому-то, может быть, трудно представить страну снова цветущей. И то, что раньше казалось фантастикой, после победы может стать для Украины реальностью. В частности, речь идет не просто о восстановлении городов, а о построении настоящих городов будущего. Так называемых высокотехнологичных футурополисов, говорят эксперты. Довольно наивно восстанавливать Мариуполь, стертый с лица земли, к сожалению, в том формате, в каком он существовал до этого. Вполне вероятно, что на месте Мариуполя необходимо строить новый Мариуполь, который будет символом возрождения, как птица Феникс восстанет из пепла и явится прекрасным белым лебедем. Чем же архитектура и инфраструктура футурополиса отличается от городов в нашем привычном понимании? Они будут со спрятанной инфраструктурой и транспортным сообщением под землей. Я уже много лет работал над проектом «Футурополис», но в мирное время мы предполагали проектировать такой город будущего на 30-40 тысяч человек как экспериментальный на месте заброшенного города «Орбита» в Черкасской области. Сейчас же я понимаю, что потребность в таком городе, в таком проекте может быть повсеместна. Очень много районных центров, поселков, населенных пунктов, они могут стать такими футурополисами. Сложность довоенная заключалась еще в том, что реализация проекта постройки города будущего, ну, это бюджет порядка 15-20 миллиардов долларов. В довоенное время этот проект для Украины был совершенно неподъемным и невероятным, невозможным. Никто бы в Украину столько денег не вложил. Чтобы идея построения футурополиса точно уж не показалась скептикам чем-то сказочным, сразу оговоримся. В мире уже занимаются подобными проектами. В частности, футурополис под названием Масдар-Сити есть в Объединенных Арабских Эмиратах, а в Южной Корее построили умный город Сангдо. Последний, однако, практически не заселен. Поскольку для жизни в высокотехнологичном Сангдо нужно иметь доход выше среднего, однако создатели не задумывали его как город для привычной жизни, где будут ездить мамочки с колясками. Это такая себе реализация экспериментального проекта. Но в Украине-то цели другие, так что бояться повторения опыта южнокорейских проектировщиков не стоит. Сейчас построение футурополиса в Украине уже не выглядит нереальным с экономической точки зрения. Украина действительно терпит колоссальные убытки, но стране не придется тянуть реализацию проектов по восстановлению городов самой. Помогут международные партнеры и выплаты, которым обяжут Россию. Но об этом немного позже. Еще одно преимущество футурополиса, о котором, вероятно, теперь позаботятся урбанисты – защита от снарядов. Но как это реализовать? Эксперты говорят, можно убить сразу двух зайцев, закрыть небо и упредить проблемы, связанные с изменением климата. Я думаю, что он будет значительно более приспособлен даже к условиям воздушной атаки, чем современный Киев. Не надо думать, что, пережив травму, войну и очень сильный испуг, мы будем дальше строить только бронированные бункеры и будем сидеть под землей, закопавшись. Люди так или иначе возвращаются к полноценной нормальной жизни, и люди все равно будут сажать цветы. И люди все равно будут продолжать строить дома с огромными панорамными окнами, чтобы встречать рассвет и провожать закат. Но футурополис должен отличаться комфортностью и удобством для жизни. Например, я предполагал, что, заглядывая в будущее, будут довольно сильные климатические перемены, и оставлять улицы открытыми для транспорта, либо даже для пешеходного трафика такими, какими они есть, это довольно опрометчиво. Я предполагаю, что в городах будут создаваться огромнейшие территории, накрытые геокуполом, для того, чтобы круглый год температура под этим геокуполом была, ну, скажем, условно 16-18 градусов. Говоря об украинских городах будущего, мы намеренно опускаем вопросы так называемой «зеленой энергетики» и программы уменьшения вредных выбросов в атмосферу. Ведь это будет априори. Для футурополиса вообще попса, так сказать.
К слову, с архитектурными решениями, инсталляциями, памятниками культуры в восстановленных и чуть ли не заново построенных городах Украины тоже все будет хорошо. Украине будет очень просто получить любую помощь, которую она захочет. Нужно еще иметь в виду чувство вины, которое обязательно будет преследовать европейцев и американцев, не решившихся на прямую военную поддержку Украины. Спустя всего сутки после падения бомбы на драматический театр в Мариуполе, министр культуры Италии пишет в Твиттере о своей готовности восстановить здание. Лучшие архитекторы мира будут планировать новые украинские города, восстановленные украинские города. Лучшие инженеры будут восстанавливать разрушенные объекты. Государства, частные и государственные фонды будут соревноваться в том, кто быстрее и больше даст на это денег. Кстати, насчет денег. Из-за российской агрессии Украина действительно терпит колоссальные убытки. Как подсчитало Министерство экономики Украины вместе с Киевской школой экономики, общие потери страны из-за российской агрессии состоянием на середину апреля уже составляют около 600 миллиардов долларов. Но это ничто по сравнению со смертями украинцев, которых не вернуть. Ничто по сравнению с тяжелейшими ранениями, из-за которых ужасающее огромное число украинцев, в том числе детей, женщин, стариков, остались без конечностей и теперь вынуждены учиться жить заново. С израненными войной не только телами, но и душами. Это трагедия, которую Россия не сможет искупить ничем и никогда. Но как минимум покрыть Украине нанесенный материальный ущерб стране-агрессору так и придется. Как же это будет происходить? В частности, средства будут идти из замороженных вследствие санкций активов РФ, объясняют экономисты. Однако только этих денег, вероятно, не хватит, чтобы покрыть и возместить ущерб, учитывая, что война все еще продолжается. При этом обязательство платить по счетам сохранится. Тут российскому руководству и придется напрячься. То ли соцвыплаты урезать, то ли начать с доверчивых россиян налог новый взимать. А что, всем сейчас нелегко. Русский мир он такой, нынче в цене. Будет, ну, скорее всего, предоставлена просто сумма, которую они должны покрыть. Оно уже внутри перераспределения будет это либо новые налоги, либо сокращение каких-то госпрограмм, либо они, ну, как бы там начнут распродавать какое-то военное оборудование за счет этих денег покрывать. Это уже их внутреннее какое-то политическое, ну, решение. Послевоенный опыт там, ну, других стран за последние 30 лет, он показывает, что в среднем страны получают, ну, там, в первый год от 15 до 30% всех потерь, которые они понесли. 150-200 миллиардов могут быть получены в первый год непосредственно на там, социальные выплаты населению, которое потеряло близких, которое потеряло часть военных сил, родственники, компенсационные выплаты им и так далее. А эти социальные выплаты потом госинфраструктура. Кроме того, россиянам уже прямо сейчас надо понимать, что на репарации, как ни странно, будет претендовать не только Украина. То есть важно же понимать, что вот после 24 февраля русские очень много создали еще внутренних себе проблем, я бы сказал, самосанкции внутри, ну, внутри своей экономики. То есть здесь точно так же претендовать на репарации будут какие-то британские, американские компании, нефтегазовые отрасли, которых национализировали их доля в предприятии. Им будут помогать их, как бы, их правительство. То есть на самом деле это будет такой достаточно большой пул и государств, и крупных компаний, которые будут требовать деньги с России, ну, на восстановление, на покрытие убытков. Мы точно будем не единственные в этом списке. Самое крупное, но не единственное. Наконец, сколько же времени может уйти на восстановление Украины? Эксперты говорят, предполагать с точностью до года невозможно. Многое зависит от денежных и человеческих ресурсов, уровня высокотехнологичности проектов. Восстановление Украины может занять и 15-20 лет. Не надо этого пугаться, потому что это будет очень интересное время, наполненное возможностями и новыми горизонтами. То есть это не то, что люди 15 лет следующие будут сидеть в вагончиках на улице и ждать, когда будет построен город. Города будут строиться, они будут восстанавливаться. Но самое главное, для реализации плана Маршалла Украине необходима однозначная победа в войне, без каких-либо компромиссов. Но этого хотят и сами украинцы. За это и борются. Ведь украинский народ уже заплатил огромную цену за собственную свободу и независимость. А значит, впереди будущее. Непременно светлое. Другого у вольного народа с историей, культурой, ценностями, и за которым правда быть не может. Чего не скажешь о арабской России. Но, как говорится, кто за что боролся –